Здрасте, а можете дать покушать? Покушать? Да. А вы кто? Я, ну, инвалид, у меня руки опухли, я болею. Сегодня я нашел ЖК-дом, там уже не будет пожилых людей, а будут, наверное, богатые люди. Ну, или же те, которые зарабатывают там около 100 тысяч рублей, я так думаю. Потому что в ЖК, вот здесь, где я сейчас нахожусь, квартира, обычная однушка, стоит 9 миллионов. Но поверьте, это новый дом, и люди здесь покупали квартиру. Это старые дома, может быть, там лет 30 назад квартиры кому-то доставались, там по наследству или еще что-то. А здесь именно новый дом, где люди купили на квартиру. И они здесь, наверное, будут побогаче. И мы проверим, какая будет реакция на мои руки-базуки, и вообще, что они мне скажут, и какую еду они мне дадут. Поехали! Добрый день, можете дать покушать? Чего? Можете дать покушать? Покушать? Да. Голод. Есть такая возможность? Сейчас посмотрим. Спасибо. У него такие глаза были. Держи кефир. Спасибо большое. Спасибо. Все, благодарю. Вот, ребят, кефир дали. Добрый день, можете дать покушать? Вообще ничего нет? Никакой еды, да? Нет. Ладно, спасибо большое. Туда идем. О, спасибо большое. А что двери не открыли изначально? Почему? Испугались или нет? Ну, я просто думал, что дайте. А, спасибо. Спасибо большое. Я благодарю. До свидания. Спасибо. Вот, ребят, дали еду. Я благодарен очень сильно, что ко мне так люди относятся. Спасибо большое. Можете дать покушать, пожалуйста? Нет, извините. Спасибо. Нет, извините, резко дверь. Бамс. Здравствуйте, можете дать покушать, пожалуйста? Что? Покушать можете дать, пожалуйста, если не тяжело, хоть что-нибудь. Я голоден. А вы откуда? Как вы сюда попали? Зашел в подъезд. Я просто хожу по подъездам, еду прошу, я есть хочу. У меня вообще денег нет, ничего, у меня руки больные. Я инвалид. Можете, пожалуйста, хоть что-то, если не тяжело? Спасибо большое, благодарю вас. Спасибо. Вот, ребят, дали сыр. И вот такие оладики. Честно скажу, вот такие глаза были в недоумении. Но я очень благодарен, что меня люди жалеют. Действительно, спасибо большое. Идем дальше. Здрасте, можете дать покушать, пожалуйста? Можете дать, пожалуйста, покушать? Какой покушать? Еды, если не жалко. Говорит, какой покушать? Какой? Здрасте, а можете дать покушать, пожалуйста? Хоть что-то? Нет. Вообще ничего нету, даже хлеба? Почему? Если не жалко, ну просто проголодался, если не тяжело. У меня больные руки. 5 лет я с ними мучаюсь. Есть такая возможность? Спасибо большое. Спасибо большое, благодарю. Ну, не особо сильно много из того, что сейчас. Да, я ничего страшного, я благодарен, все равно хочу. Спасибо большое. А, сейчас мы посмотрим, что мне дали здесь. Так. Аджика, наверное, да. А, нет, икра. А далее здесь золотовка рассольная. Далее вот такое вот пшено. Рисовая манка. И очень много шоколадок. Покажи себе на камеру.
Бабаевский, элитный. А, сегодня элитный человек. Слушайте, я на самом деле не думал, что я зайду на два этажа, и мне люди вот такое количество еды дадут. Положи это на шкалку, я расфасую их вот так. Давай снимем. И вот это все укладываю. Посмотрим. Можете дать покушать? Хоть что-то покушать? Вообще никакой еды нету. Понятно. Здрасте, можете дать покушать? Я инвалид, у меня руки опухли. Нет, я дома только один, извините, мне папа снова не разрешает. Да, ну ладно, спасибо большое, извините. Здрасте, можете дать покушать? Нет, не можем. Спасибо, ладно. Нет, нельзя. Да, я слушаю. Здрасте, а можете дать покушать? Что еще раз? Можете дать, пожалуйста, покушать? Покушать вам? Да. А вы кто? Я, инвалид, у меня руки опухли. Я болею. Ну вон опухоль, они вот опухли, вы по камере, наверное, видите, вот она. Я сейчас охрану вызову. А? Охрану вызову, и мы тогда откроем. А, ну вызывайте, я у них тоже попрошу покушать. Что большой здесь? Вопрос. Я просто голоден. Так нет у вас поесть, пожалуйста? А что, у вас левый микрофон, что ли, висит? Нет, просто, это футболка. Футболка просто. Почему плохо? У вас микрофон слева? Ну, на наушники, наушники. Наушники? А вы наушники, но есть хотите, правильно у вас есть? Ну, я кушать, да, хочу, просто голоден. По какой причине? Снимай человека. У меня денег просто нету. Ищи договорную руку, я сейчас бригаду вызову и все. А, ну вызывайте, проблем нет никакой, я у них тоже попрошу покушать. Да не вопрос. Все, я вызываю бригаду. Ладно, давайте, спасибо.